Короче, пацаны, мы приехали сейчас на Пусан Стейшн, купили себе билеты на TX поезд. И мы, короче, стоим такие, думаем, блин, что-то местное знакомое. А здесь же снимали наш любимый фильм «Поезд в Пусан». Вот можете сами посмотреть. Сбегали зомбаки. Именно это место, блин, очень классно. Какое-то такое странное ощущение. Как будто в фильме. Короче, идем на наш поезд. Те же самые поезда. Возможно, мы встретим там Гунью. Да-да-да, пожалуйста, Гунью. Время 40 минут, мы отправляемся в 50. Йоу. Вот ехать нам где-то 2 часа и 30 минут. В общем, встретимся уже с вами в Сеуле. У нас будет поезд не в Пусан, а поезд в Сеул. Мы приехали на Хонде, мы в Сеуле, ребят, наконец-то. Стоим, кстати, напротив популярного магазина. По-моему, когда мы здесь были, крайний раз его еще не было. Палит солнце, хотя сегодня обещали дождь. Но это хорошо, что нет дождя, потому что мы бы не смогли бы нормально гулять. Хотим сейчас пошопиться на Хонде, потом уже пойти тусить на другие районы. Хотим покушать что-нибудь такое прикольненькое, необычное. Очень много людей. Вот. Очень жарко, ребят. Именно не жарко, а именно душно. В общем, пошлите с нами шопиться. Ребят, мы пришли в наши любимые корейские магазины. Тут, как обычно, играет классная музыка, много классных вещей. Здесь хороший выбор, видите, сколько всего. Зашли в другой магазин. Как-то странно, на первом этаже мужская одежда, на втором этаже женская одежда. Зато песенки прикольные. Как вам, ребят? Класс. Сейчас посмотрим, что в этом магазине есть, и может что-нибудь купим. И такое все миленькое. О, прикольно. Ребят, мы хотим себе еще черную юбку купить. Какой-то по счету магазин? 10-й, наверное. Посмотрели, такой даже какой-то. Я уже дико устала. Не норм. Зашли сейчас в H&M. Слава богу, в Корее он открыт, ребят. Да-да-да. Сейчас будем смотреть здесь всякие разные вещи. Но, если честно, вот в таких вот глобальных магазинах, как H&M, Zara и так далее, мы очень редко что-то покупаем. В основном мы покупаем что-то именно вот в корейских, прикорейских магазинах. Хотя здесь есть размеры, если вам сложно подобрать корейские размеры. В их магазинах идти подобрать себе размер. Потому что обычно в корейских магазинах там только one size, и вы либо влезаете, либо не влезаете в них. Да, еще в корейских магазинах нельзя мерить одежду. Вверх не замерить, только низ. И то не везде. Да-да. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a... Вышли, считайте, на главную улицу, Хонде. Хочешь ее купить? Да. Сколько стоит? 16. Но дешево. Идем, зайдем. Спасибо.
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Мы устали. Да. Шопинг по жаре очень сильно выматывает. Почему-то здесь в Сеуле не такой большой выбор, как в Пусане. Мне даже в Пусане вещи больше нравятся, чем здесь почему-то. Что очень много людей. Вот. Сегодня еще воскресенье. Да. На начало Хонды в магазин, где мерили шорты. Вот они нам понравились, мы решили за ними вернуться. Да, мне кажется, сейчас не так много магазинов на Хонды почему-то. Да, мне раньше казалось, что здесь намного больше магазинов. И те магазины, которые мы раньше знали, они закрылись. То да, за 3 года, конечно, Корея очень сильно поменялась. Очень много кафешек закрылось, магазинов. Но некоторые остались на месте. Даже когда видим, то уже видели 3 года назад. Такой дежавю. Да, дежавю. Как будто и не уезжали отсюда. Как бы мы вроде здесь давно не были, но такое ощущение, как будто давно не уезжали. Очень долго шопились, ходили из магазина в магазин, выбирали то, что нам нравится. Вот такие у нас покупочки. Пойдем куда-нибудь тусить, но перед этим еще покушаем на Итэвоне. О, да, биту 21. Ребят, мы зашли. Сейчас будем искать маме подарок. У нас большой фанат. Да, BTS. Да, ей очень сильно нравится J-Hope. Вот, мы тоже его очень сильно любим. Кстати, достаточно много людей. Пойдемте с нами, будем смотреть всякие разные штучки-дрючки. Так, ребята, мы вышли из BTU 21. К сожалению, там не было того, чего мы хотели купить. Да,
Это странно. Очень мало чего есть, и да. Дизайн они изменили, это странно. Я даже расстроилась немножко. Да. Еще нам, кстати, запретили снимать на видео, да. За литр фото можно. Хотя раньше такого не было, и это тоже странно. Но просто имейте в виду, правила меняются, где-то можно снимать, где-то нельзя снимать. Мы приехали на Итавон. Хотим найти место, где можно поесть мясо, но навряд ли мы его найдем. Вот, еще у нас начался дождь. Победители. Сзади нас популярное место. Мы не знаем, где покушать. Мы очень голодные. Мы сегодня в черном все. У нас такой. Да, люди в черном. Мочило дождем, но мы все-таки нашли классное место, где мы покушаем сейчас мясо. Заказали самгёпсаль, нам тут уже кучу всего принесли. И заказали себе кибас. Я хочу так же научиться. Это профессионально, ровненько дело вообще. Залипательно. Ей мясо. Mm.